они всегда удивляют своей креативностью и многообразием жанров. Со стороны может показаться, что исполнение таких трюков дается артистам довольно просто. Однако это не так. Года два они должны потратить на физическую подготовку. То есть мы должны их физически развить, растянуть, гибкость развивать, а только потом мы потихонечку начинаем уже переходить к жанру. Ежедневные репетиции, пот и пролитые слезы – такова цена триумфа и зрительских оваций. Не так давно народный цирковой коллектив «Юность» отметил большим представлением свое 35-летие. Выступление артистов прошло при полном аншлаге. А начиналось все в далеком 1982 году. Коллектив был образован талантливым педагогом, большим энтузиастом своего дела Зоей Манаевой. Своей любовью к цирку она смогла заразить всех окружающих. В тот момент это был такой ажиотаж. Цирк в таком маленьком городе. На кастинг туда пришло порядка там 300-400 человек детей. Был большой отбор. И она выбирала там самых лучших. И практически сразу же этот коллектив завоевал огромную любовь и популярность. Для артистов циркового коллектива «Юность» искусство стало настоящим призванием. Многие из них посвятили этому большую часть своих жизней, достигнув внушительных успехов как в России, так и за рубежом. Выпускников «Юности» принимают без экзаменов во все цирковые вузы страны. Сейчас в коллективе работают несколько тренеров-преподавателей. Почти все они – выпускники «Юности». Они обладают крайне редкими качествами в нашей жизни сегодня. Не так часто встретишь людей, настолько ответственно относящихся к своему делу. При этом одаренных режиссерски, одаренных постановочно, с таким необыкновенным вкусом к костюмам, к музыке. Владислав Штофа, тренер-преподаватель и действующий артист циркового коллектива, говорит, что сочетать эти две составляющие сложно, но очень интересно. Собственно, поэтому он и начал работать с малышами, хотя были все перспективы связать свою жизнь с нефтянкой. На производстве я тоже поработал, да, и здесь, а здесь с детства. Здесь всегда это было хобби. Это было хобби, от которого ты понимаешь, что это колоссальное удовольствие, интерес. И почему бы не реализоваться там, где тебе интересно, прежде всего, когда хобби и работа – это одно и то же. В истории заслуженного циркового коллектива немало побед. Благодаря совместной работе руководителей, воспитанников, родителей и просто неравнодушных людей, коллектив регулярно становится обладателем гран-при и лауреатом различных конкурсов и фестивалей, в том числе и международных. Но на достигнутом «Юность» останавливаться не собирается. Впереди у нее еще много побед и восторженных аплодисментов зрителей.